И беременные начнут рожать. Шелковица была пышная, но подсохла. Я один ствол только не смог обрезать, остальное все обрезал. Вон даже плоды я вижу, он зреет на ней. Шелковица. Эти горы, да, за тайганом, как красиво, как. Эти шарообразные, смотрите, да, акации. Так стригли? Ну, у них форма такая привитая, да, это такая форма. Жиляра, ты что здесь лазишь? Тоже сказать хочу, приключения. Здесь козел такой красивый, он с лирообразными рогами. Угу. Возле гергентана. Которая... капуста, да, да. Такие. Есть кадр, где он здесь на дыбы становится, да. Такой красивый, да. Весь. Вот у меня он стоит, и капуста есть. Пора на ужин. Слушайте, вы меня отправите на ночлег? Да? Какую клетку?